сейчас этот Красный Лиман штурмуем. Хочет ли он просто в этот пи***рец лезть, как бы, понимаешь, тоже вопрос. Потому что, ну, говорят, в городе тоже не так уж все и гладко, и хорошо, как бы, что защищать. Так в город надо еще зайти, в город, вот сначала по лесу, чапаешь до города, штурмуешь лес. Нет, которые наши территории, которые уже... Так мы наши территории штурмуем, а мы же освободили их, отступили же мы, вот теперь обратно надо забирать. Просто то, что референдум прошел, типа, ну их вообще... Так вот, мы теперь их, ну, штурмуем, освобождаем. Там же вон сколько пи***ц этих пи***цов. Вон там, когда мы отступили с этого Слимана, вон там всех поперерезали, этих мужиков там всех поубивали, стариков, баб насиловали и тоже убивали. Резали их там, парни, которых пооставляли, побросали, там вон выходили... Рассказывали, как они там визжали, орали. Ужас какой.